Несколько снов, которые были в моей реальности жизни на протяжении 30-40 лет, я видела одни и те же, ну, это как бы разные сны. То есть я видела свое будущее на 40 лет вперед. У меня, допустим, папа, вот если вот реальность, это вот не фантазия, да, мы до 6 лет жили в Волоколамске. И мы потом уехали, я там как бы не была. И вот как мы только переехали, у меня все время снился один и тот же сон, который я выучила просто наизусть. И 10 лет назад у меня умирает папа, но перед смертью он хотел поехать, ну, как бы в Волоколамск. А я этот сон знала, вот, ну, просто вот вообще каждую картинку. И я не знала, куда ехать. Я поехала по сну. Я приехала, то есть на тот момент, когда мы жили, там не было этих домов, там не было вот этих жильцов, там не было этой квартиры. Я в этой квартире, вот, просто помню, видела ванну. Я приехала, просто закрывала глаза. И это было удивительно. Я заходила в магазин, там прилавки стояли так, как я их видела. То есть я нашла дом, где мы жили. Вот 6-летняя девочка, уже взрослая, там мне было 50 лет. То есть вот пройти вот этот весь путь по сну, это была фантастика. Я нашла все, и мой сон был реальностью. То есть вот я видела жизнь на много лет вперед. Мои браки некоторые я видела тоже во сне. Причем я понимала, как это происходит, события. То есть у меня очень часто бывает в жизни дежавю. Я вижу. Но у нас это семейное. У нас мама такая была. То есть мы какой-то кусок жизни. Я просто не умею этого управлять. И оно происходит во сне. Оно приснилось, а потом происходит в реальности жизни. То есть вот иногда, если научиться этим управлять, можно понимать, что происходит. То есть это есть. Очень интересно. Причем я понимаю, когда если сон снится, ну, у меня уже опыт очень много, на которые снились, они происходят и исчезают. Даже смерть моей дочери я тоже видела. Город, в том, в который она попала. Мне сон снился маленькой девочкой, когда я еще ходила в школу, да, то есть я это все видела, я видела город, куда. И потом я была потрясена, это оказалось на том месте, через много лет, когда там вообще был просто лес, поле, а там потом стало кладбище. Там оказался город, но, к сожалению, город мертвых. Поэтому сны имеют... В моей жизни они имеют место быть и сбываются. Не знаю, вещи это сны или просто вот какой-то проводник твоей жизни, который обязательно произойдет в твои события.